Начнем выпуск с оперативной информации. 4-летний мальчик погиб в Бийском районе, упав в канализационную яму. Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело. Трагедия произошла 1 августа в поселке Восточный. Предварительно установлено, группа детей гуляла на территории одного из домовладений. Во время игры 4-летний мальчик оступился и упал в сливную канализационную яму. Выбраться самостоятельно ребенок не смог и захлебнулся водой. Позже родственники обнаружили его тело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». К сожалению, это не первый случай гибели детей, оставленных без должного внимания со стороны взрослых. В связи с чем Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю призывает родителей быть бдительными, не оставлять малолетних детей одних и обеспечить им безопасное пребывание на территории, обозначенной для игр.